Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи, найденные в интернете, стихи поэтессы Анастасии Бериной. Композиция называется «Загадала себе сон». Музыка исполнения Самойла Абрамовича из цикла «Жившая поэзия». Загадала себе сон, чтобы встретиться с тобой. И, конечно, сбылся он, и всю ночь ты был со мной. Вспоминали, говорили, как дружили, любили, расставались и влюблялись, жизнью нашей восхищались, были молоды и красивы, и друг другу терпеливы, вспоминали детство школы и команду баскетбола, одноклассников своих, но их нет уже в живых. У тебя семья другая, я замужем давно. Жизнь такая непростая, вместе быть не суждено. Наша первая любовь, испытание не прошла, вспоминали вновь и вновь наши встречи и вечера. На коньках учил кататься и учил, как целоваться, очень часто ревновал. Стихи сильно читал, в разных городах учились, лучшего быть стремились, письма длинные писали, и о будущем мечтали, но судьба распорядилась, в разных странах мы живем. Друг от друга отдалились, но мечта об одном. Иногда я загрущу, загадаю себе сон, и тебе все расскажу. Главное, что сбылся он. Иногда я загрущу, загадаю себе сон, и тебе все расскажу. Главное, что сбылся он. Спасибо за внимание. С вами был Самойл Абрамович, музыкальная композиция «Экспромт». Загадала себе сон. Стихи Анастасия Белина.